главное предложение только сегодняшнего дня. Самое стильное, самая лучшая покупка, которая действует только сегодня. Завтра уже такого предложения не будет. Итак, внимание, смартфон Nokia 1.4 по цене только сегодня. Инновации способны перевернуть мир. Всегда оставайтесь на связи с близкими, а Nokia вам в этом поможет. Представляем вам бестселлер телеканала Shopping Show. Смартфон, в котором собраны все самые актуальные технологии в области мобильных устройств. По уникальной цене, которая действует только сегодня. Алексей Мичурин нам сейчас все расскажет. Да, ну, во-первых, это бренд Nokia, бренд, который известен во всем мире, бренд, который на время ушел с рынка производства телефонов, но сейчас снова возродил эту индустрию и производит великолепные смартфоны. Данный смартфон относится к категории бюджетных смартфонов, это видно по его цене, но обладает великолепными характеристиками. Одна из первых характеристик – это, конечно же, яркий, четкий экран. Я бы даже сказал, экран высокой четкости, поскольку здесь разрешение HD+. 6,5 дюйма в диагонали экрана, минимальные рамки, что позволяет нам наслаждаться картинкой, которую мы с вами смотрим на смартфоне. Дальше, что касается безопасности, еще раз скажу, что это бюджетный смартфон, но здесь три уровня безопасности. Графический ключ, либо какой-то пароль числовой. Также есть сканер отпечатка пальца, с помощью которого вы сможете быстренько разблокировать свой смартфон буквально за несколько секунд. Ну и плюс ко всему есть еще разблокировка по лицу. То есть, глядя на экран своего смартфона, вы сможете также получить доступ к своим данным, которые здесь есть. Ну и самое популярное в смартфонах, это, конечно же, необходимость фотокамеры. Сдвоенная основная фотокамера, которая позволит нам делать великолепные снимки и с эффектом боке, и макросъемки, и панорамные, и пейзажные фотографии, и наслаждаться этой самой картиночкой. Олечка, с твоего позволения сфотографирую, сделаю твой портретный снимок, ну и сразу же отправлю тебе его по мессенджеру. Вот. Красота какая. Я люблю фотографироваться на качественный телефон. Так, друзья, цена только сегодня. Это самое выгодное предложение только одного дня от бренда Nokia. Давайте выберем для вас оттенок. У нас есть и мужские, и женские цвета. Такие унисекс цвета сегодня представлены. Итак, 32 гигабайта у нас представлены в сером и в синем цвете, а 64 гигабайта в пурпурном и синем оттенке. Цена от 6999 рублей. Тут уже бесплатная доставка в любой регион России и дополнительная 5% скидка при оплате онлайн-банковской картой. Кстати, вот 3 месяца назад мы представляли впервые этот телефон 1.4 от бренда Nokia. Было продано вот за все это время 1500 телефонов. Вы любите бренд Nokia? Ну, знаешь, вот, кстати, про бренд Nokia хочу тебя спросить. Я помню, когда я была совсем юна, лет 18, мне было только мобильные телефоны появлялись. У всех разные были, но у кого был телефон от бренда Nokia? Nokia, да. Все сразу, вау, ты крутой, это действительно дорогое приобретение. Да, это был бренд премиального класса, и все отмечают у телефонов Nokia невероятную долговечность и надежность. Вот здесь мы показываем с вами, как проводятся тесты уже с новыми смартфонами бренда Nokia. То есть их проверяют на удары прочности, их помещают всевозможные такие короба, где они крутятся, на изгибы, на скручивание, на нажатие кнопок. То есть бренд Nokia по-прежнему следует своей традиции и концепции надежных, долговечных телефонов и смартфонов в том числе. Поэтому сегодня, приобретая данную модель, вы также становитесь обладателем не только вот легендарного звонкого имени, который известен во всем мире, но и надежного смартфона, который позволит вам наслаждаться им на протяжении долгого времени вне зависимости от погодных условий. Ну что ж, бренд Nokia сегодня по самой выгодной цене, которой нет нигде, только у нас. Знаете, на самом деле с телефоном сейчас связана вся жизнь. Вот даже моих детей, если взять, вот с 1 сентября они пошли в школу, то есть летом мы им не разрешали часто смотреть телефоны, а сейчас постоянно связано с учебой, постоянно вот это вот смотрение в телефон. Я переживаю всегда за их зрение. Вот поэтому экран должен быть четким, во-первых, чтобы не напрягались глаза, во-вторых, он должен быть контрастным максимально, передавать все цвета необходимые и защищать наши глаза. Бренд Nokia внедрил здесь концепцию защиты зрения, то есть здесь синее излучение, которое пагубно влияет на зрение,
не выходит с экрана, так сказать, блокируется, тем самым позволяет защитить наше зрение. Плюс ко всему, сам экран, Олечка, защищен уже специальной защитной пленкой, то есть он не поцарапается и не разобьется. Отдельно пленка стоит около 1000 рублей, наклейка и сама пленка. Конечно. Здесь он уже идет в она уже идет в комплекте, это очень хорошо. Зарядное устройство тоже у нас идет в комплекте, полная комплектация. И этот смартфон от бренда Nokia действительно создан для того, чтобы не портить наше с вами здоровье. Но вспомните, мы чаще всего в телефоны боимся постоянно смотреть, потому что зрение потом все вдалеке расплывается, да? Здесь такого не будет. Бренд Nokia продумал этот нюанс. Это лучший телефон по восприятию зрения. Поэтому, друзья, берите для внука, берите для себя, не переживайте за свое здоровье. 6999 рублей и бесплатная доставка в любой регион России. Разные оттенки выбирайте с нашими операторами. Слушай, ну для меня в телефон это вообще не только вся моя жизнь, да, тут еще и много карточек, это еще мои деньги. Фотографии, фотографии. Переписки. Для меня очень важна безопасность телефона, чтобы никто не воспользовался. Опять же, напомню, что это бюджетный смартфон, но 3, даже 4 уровня безопасности. Во-первых, либо числовой, либо графический код, да, вы здесь можете заблокировать. Во-вторых, это сканер отпечатка пальца на оборотной стороне, куда вы прикладываете свой пальчик, и ваш смартфон разблокируется моментально. В-третьих, это защита по лицу, разблокировка по лицу, когда вы смотрите на экран, и он опять же вам быстренько разблокируется. Это очень удобно, когда у вас руки заняты, либо они мокрые. Ну и четвертая степень защиты – это программная. Когда вы скачиваете какое-то приложение, открываете какой-либо сайт, то здесь установлен антивирус. То есть все это проверяется на безопасность для того, чтобы ваш телефон опять же проработал долго. То есть смотри, это наша с вами безопасность. Вот есть яблочные телефоны, которые стоят 100 тысяч рублей. Вот там тоже отпечаток пальца, да, по лицу распознает. Здесь у нас Face Control тоже есть, получается так. И по пальцу отпечатку. Все то же самое, но только 6 тысяч, а не 100 тысяч рублей. Да еще и бесплатная доставка в любой регион России. Специально открыла фотографию, это мои детки на 1 сентября, вот я их фотографировала, взяла бренд Nokia, телефон, и прямо решила его протестировать, знаешь, что у нас потом будет эфир. Да, как тебе вообще качество, Да, качество великолепное, и опять же, сдвоенный модуль камеры позволяет делать великолепные фотографии, ну, в любых условиях, то есть и в помещении, и на улице, и вечером, и когда вы фотографируете пейзаж, и когда вы фотографируете своих детей, в том числе есть функция автоперевода, когда вы можете перевести любой текст. Отлично! Яркие фотографии, это здорово, мы всегда будем с вами красивы. Безопасность, можем хранить самые-самые сокровенные секреты. Никто ими не воспользуется, да и украсть телефон этот невозможно. И, конечно же, это бренд Nokia за 6999 рублей.